Deep in the lands of Zaran, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For 1,000 years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war seem to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the Drow Elves can manipulate his man, and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the Stick, controls the universe. Итак, здравствуйте, дорогие зрители, с вами я, Алексей, и вы смотрите YouTube-канал Парадигма. И это Южный парк. Или, как гласит надпись в начале, Южный парк, палка правды, что-то такое, палка истины. Да, философская игра, и сейчас я, в общем-то, сделаю своего персонажа. Итак, вот, я настроил, настроек здесь довольно-таки мало, в отличие от того, что я думал. Но давайте же начнем игру, а там я уже, у меня будет время рассказать вам все, что я захочу рассказать в процессе игры. Ну и научиться, собственно, играть. О, да тут даже есть завершено. Круто. That's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Какие-то у меня родители образцовые. Hey, champ! How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but... Че эти придурки мне говорят? Remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good he doesn't remember. Sweetie, дай угадаю, вы что-то натворили? Какое-то дерьмо со мной сделали? Вы родители педофилы, что ли? Или я приемный ребенок? А, у меня, наверное, украинская раскладка клавиатуры. Нифига себе игра. Просто супер продвинутая. Она знает, что у меня украинский язык установлен. Так. И В. Ну ладно, буду на украинскую смотреть раскладку. Что тут за... Ага, пробелом. Не очень-то это все удобно, но я думаю, что привыкну. Вообще игра сделана простенькая, со вкусом. Не знаю, делали ее кто, создатели Южного парка. Блин. Этот чувак даже пердеть умеет. Все, это не я больше. Я не пержу на камеру. Стоп. А ну-ка. А почему не искривляется изображение?
Где вся физика? Может мне, короче, повернуться и дернуть? А почему? О, слышали? Там кто-то захохотал. А, стоп. А, Терренс и Филипп. Бейсбольная карточка. С кем-то. Я не знаю, я не увлекаюсь бейсболом и вообще. Это такое дерьмо. Клозес. UPS, какая-то корпорация, похоже. Нифига, в общем. Ну что, раз здесь нифига, то... А чё корзина? Ага. Можно типа сюда ложить. Все, не буду вас томить. В общем-то, я South Park, Южный парк, или как его, давно не смотрел. Уже где-то с 12 сезона, или же с 14. Помню, там как-то зимой, вроде же сезоны Южного парка зимой выходят. В общем, сел, решил посмотреть, а его, видимо, не выпустили. Ну и на этом закончилось... Закончился мой регулярный просмотр этого сериала. Но вообще неплохой такой. Конечно, не как они себе говорят, что они самые крутые философы современности, но неплохие. Давайте зайдем. А, это моя комната. Чё ж вы мне не сказали, придурки? Что здесь? Закрыто? А можно взломать? А здесь что? Ага. Почему я не могу это... Пробел не работает, ничего не работает. А. Это мы можем это открыть. Нифига себе, у него мощный пердёж. Ржавая труба и старая губка. Не знаю, зачем это собирать, это говно. Но лучше я пособираю настоящее говно. Ладно, сейчас попробуем еще раз. Как его нужно щелкать? Давайте еще попробуем. О, какой-то звук был. Нужно сильнее. Я себе кнопку так разобью. А что вообще будет, если я это сделаю? Нужно фокус в том, что нужно не сильнее бить, а... Ладно, потом попробуем. Еще будет время. Так, вот сюда выходить. Еще время будет какашек насобирать. Что это такое? О, тут гляньте, стены почти под цвет моего пиджака. Слава богу, я его изменил. Такой будет мажорчик с галстуком и с моей прической. Да, у меня такая прическа. Точнее, не прическа, а ее отсутствие. А это что? Дверь, которая не открывается, наверняка там какие-то ништяки стоят. О, круть. Можно здесь что-то открыть? Или ударить? Мама, дай печенек. Нет, нет!
что, ну. А ладно, маму бить плохо. Go on outside, sweetie. It wasn't a request, it was a command. Now get out there and make some friends. Ни хрена ж себе. Как? Нахрен я подошел к этой маме? Will you go out and be a kid for Christ's sake? Что такое? Они закрыли сраную дверь. Стоп, какую О? А, русскую О. Новенький в городе. Блин, ну это ж издевательство. Я ненавижу улицу. И детей ненавижу. И этот странный сугроб. А как там пердеть? А, во. Это же метан, парниковый газ. Он должен растопить этот сугроб, наверное. Я не могу даже этот ящик разбить. А, ну ладно. О, а здесь что? Парик серфера, деньги. Я не понимаю, какой смысл было раньше выбирать нам внешность, если сейчас мы можем ее сменить. You shall die by my warhammer, Drawelf. I banish thee to the forest realm. No way, I banish you first. Ha-ha, you can't hold out much longer. Help, somebody! Hey, no fair, that's cheating. I'm gonna tell my mom. Thanks, что за фигня? I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Да, это тот неудачник, который верит в Бога и коллекционирует свою сперму. Эй, ребята, с нами новенький играет. Он мой друг, так что никто его не задирает. Ну, конечно, все Баттерсы задирают, и он еще и ручается за кого-то. Я никогда так не поступаю, вот поэтому я и не Баттерс. И вот это вот, в общем-то, менюшка, стилизованная под Facebook какой-нибудь, где есть стенка, на которой все какие-то диалоги печатают. Это прикольно. Ну, то есть нестандартно подошли ко всему разработчики. Ну, у меня оружия все равно нету, я не могу ничего сделать. Поэтому давайте побежим. Я уже начинаю привыкать к управлению. О боже! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. Жирный говноед, вот кто ты. Let me show you my kingdom. Хотя, ну, да. Картман, он так себе, он всего лишь отыгрывает свою роль. Ты чё с мамой плохо разговариваешь? Всё, не надо тут телека. Это Акама Геймшар. Интересно. Бородка зубного Картмана. И... как там открыть нужно было? А, И. Буковка И, инвентарь. Традиционно. Можно, короче, его надеть или снять. О, ну отлично, что хоть снять можно. Это, что это? Мятая бейсбольная карточка с фото третьеразрядного питчера. А, ну да. Геймшар какой-то. По-моему, это в какой-то серии Южного парка было или нет?
А можно это применить? Похоже, это, в общем-то, массовка для предметов. Вот это я бы одел. О, да. Я теперь злобный Картман с бородой. Ну все, пока что у нас больше ничего нет. Ха. Познакомьтесь со мной, Чаком Картманом. Блин. Ну ладно. Сырные подушечки и пирожные что-то там восстанавливают. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. Диабета. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. У него опять смерть. Фаза у него смерти постоянно у этого Кинни. Be careful, the Rock of Insanity holds mysterious powers. Камень безумия, это типа я должен думать, какие силы в нем заключены, и от этого сойти с ума, да? Или же я преувеличиваю? А это что? Ah, yes, the pool of vision. Beautiful, isn't it? И какого видения? Что там можно видеть? Я даже не могу разбить эти кучки говна. Ну, поленьев, но говна все равно. Киска. Он типа хочет со мной дружить. Но... А это что? Wizard Stamp. The Wizard Stamp. Perhaps one day I will show you what it does. В действии. Ah, you have located the training area where our massive army learns to fight. Это меня там сейчас будут учить, да? Я буду учиться на полигоне бить кукол, как в обычных RPG-шках. А Кенни? О, какой отличный стих. Цветок. Почту приносит. А у вас же Facebook есть, зачем вам почта? Или ты ему на Facebook переписываешь все сообщения? Что верно, то верно. Гляньте, тут плохо приклеили. А, ну да, это все из картона, вот почему просвечивает. А это нарцисс. Элемент задачи. Вот тебе, Кенни, дорогая моя. Блин, я не хочу быть геем. Кенни, что, тёлка? Кенни! Тебя вдруг ты умрешь, когда я тебе нарцисс подарю. Вдруг у тебя аллергия на нарциссы. Ну. И... А, Кенни моя подруга теперь. Или друг. Все время забываю. Отлично. А можно не добавлять в друзья? Например, Баттерса из друзей удалять. Удалить, удалять, какая разница. Тс! Баттерс дебил. Оброк он дает кому-то. Так. Ну ладно, потом разобью. You may have heard of my deeds at the Battle of Stark's Pod. Я не знаю, имеет ли смысл его добавлять в друзья. That's the line the Grand Wizard gave me. Sorry, but the Grand Wizard told me to stick to the script.
А какого сценария? You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. Я уже в нём. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Моё имя? Дайте угадаю. Какое бы имя придумал? Чё? А. You entered douchebag. Is that correct? Ты написал к чему? Ну какая разница? Are you sure you want to keep the name douchebag? Ну да. Very well, douchebag. You will now choose a class: fighter, mage, thief, or Jew. Да ладно, я знаю, что все равно это имя не изменится. Это прикол такой, типа позадрачивать новичка и так далее. Я не знаю, вообще оно изменится или нет. И здесь, конечно же, самый крутой класс это еврей. Кстати, он здесь странно выглядит, действительно как темный эльф. Вселенская зова еврей. Это маг, короче, это картман, это типа как у Стена воин. Ну, я видел, как начинали проходить за мага и за еврея, поэтому я выберу вора. То есть я, конечно же, хотел за еврея. Еврей это что-то оригинальное по сравнению с этими тремя классами. Хотя в Torchlight 2 тоже там есть один оригинальный, помимо трех традиционных. Но я выберу вора. Белый вор? А ну-ка, если это выберешь. Как волшебник, только не прикольный. А картман у нас волшебник, что ли? A fighter has courage, honor, and the ability to kick fucking ass. A white thief? Never heard of one, but interesting. Ну, ладно, уверен. We welcome to our kingdom, douchebag the thief. Hooray! Now please go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon, and we shall teach you to fight. Искусству боя, а мне показалось, что там матюк был написан. А, раздобыть оружие, окей. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Не вижу смысла в этом. Купить, продать, естественно. Фигня. Don't let it bother you that there's a game to be played. Потребляемые вещества. Конечно, выбор у нас дохрена велик. Я бы сказал. Кровавый приток сил. Какая-то фигня, если честно. Давайте посмотрим еще какое снаряжение есть. Похоже, игра еще более линейная, чем я думал. Но это ее хуже не делает, так как это же Южный парк. Что вы хотите? То, что неплохую игру по фильму сняли, по сериалу, это уже хорошо. Так. Шапка-невидимка вора. Идеальная атака ослабляет защиту кровоточащих целей. Увеличивает максимальный запас здоровья.
скрывает глаза, делая тебя похожим на темную таинственную личность. Я именно такой, поверьте. Ну, неплохо, в принципе. На 10% больше денег. Альтернативы все равно нет. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Бедный Клайд. Это, короче, случайно не он? Clyde, you have to wait your turn. Тот чувак, который Саентолог. No, Clyde, it's like olden times. Нет. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Ничему, отдай Клайду в репу. Так, я сейчас мышу освобожу свою. Come on, fight. Окей. Когда твое оружие начнет мигать, нажми левую кнопку мыши, чтобы атаковать. Didn't count. That all you got? Oh my god, it's butters all over again. Okay, look, try putting your back into it at the last possible moment. Я понял. Oh! Уже лучше. Try again. Focus right before you strike. Когда слышу звук, в общем-то. Oh, hell yeah, Clyde's your bitch! Alright, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Когда оружие начнет мигать, нажми правую кнопку мыши, чтобы провести мощную атаку. Heck! Oh shit, dude, I think I see blood. Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Ну да. The key to surviving in battle is not to get hit in the bowels. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bowels. Нажми правую кнопку мыши, когда увидишь индикатор. Какой индикатор? Prepare yourself. Yeah, that's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. Блокировка, ну, логично. All right, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. Это ПП. Thief ability to make Clyde pay for insulting the king. Способности. Что у меня за способность? Бьет по последнему противнику в ряду, нанося тяжелые повреждения. Если прием выполнен успешно, вызывает кровотечение. Хорошая, в принципе, способность, так как у вора много способностей, которые при кровотечении наносят повышенный урон или другие ништяки дают. А почему по последнему? Или по первому, который ко мне ближе? Надеюсь, что по первому. Потому что если по последнему, то как я его буду добивать? Да, тяжелые повреждения. Так. Я. Вот dude, это that круто. Was pretty lame. Try it again, dude. А что мне надо сделать? Типа идеально заделать так? Dick. Way to wipe that smile off his stupid face, douchebag. Now do it one more time. Finish him. What? I was going easy. Take this. Ah! Ага, нельзя. Ну окей. Он сам сдох от кровотечения, что ли? Dude, that was awesome! You were all like, beam, and Clyde was all like, nah. Okay, okay, you prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent, and I shall let you see the relic. Нет, я пока что не пойду ни в какую палатку. Бедный Клайд.
Я вот не понимаю. Хотя ему, наверное, не хрен делать, что он здесь шляется. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2. К тому же он торговец. Я удивлен, что вообще торговец здесь не этот, не Кайл. А можно продать. Здесь можно где-нибудь что-нибудь продать, потому что я не вижу смысла в тех вещах, которые я подобрал. Так, мусорку мы разбомбили. Где-то здесь еще были вещи, которые можно разбомбить. Принцесса Кенни. Иди в жопу. У меня тут деньги. Я не понимаю, кто в эти кучи дров деньги запихнул. Кто там говорит, хватит. А Кенни кокетливо хохочет. Кенни. Простите, поклонники Кенни, за то, что я сейчас сделаю. Ха-ха-ха. Нифига себе, вот так, понял. Что ты сказал? Резонно? Он, короче, дохрена умно говорит, из-за этого его все травят. Ну ладно. Буду знать, что умно говорить нельзя. Возможно, у тебя диабет. Да нет уж, может и как у тебя диабет. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic, for which human and elf are willing to die. The stick of truth. О боже. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick, controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive position! Да, сейчас мы видели, короче, философию Южного парка, славленную, о том, что... Ну, я думаю, что здесь высмеивается то, что люди за всякую хрень, всякую шнягу воюют постоянно, которой они не умеют пользоваться и которая, по сути, бесполезная. А за что-то стоящее никогда не воюют. Хотя, может, и воюют. За нефть, например. Но стоит ли это того, не знаю. Стоп. А, это карта? О! Птичьи кости, мать их. Так тут можно все покромсать. Круто. Не бойся, здесь можно все. Стоп. А этот, короче, дядечка. У него член торчит. И во рту дырка. Это, я так понял, Картман у своей мамаши учится. Она тоже любила такие вещи. Стоп, я вышел. Чмо, это твой шанс, нафиг. Do it, douchebag. Kick these elf asses. Так, ну, вначале нужно... You're wounded, douchebag. Potions will heal you. Here. Блин, ну я не хочу пока лечиться, наверное. Come on, fight. Что у меня есть? Нет. Мне обязательно лечиться.
А если я не хочу использовать предмет, можно, мне можно будет его не использовать? Well, if this job doesn't work out, at least you've got a future as a training dummy. Come on, get it right. You're mine now. Okay, if you block all the attacks, you get a counterattack. Look at your enemy on the ground. Weak and helpless. Kick the shit out of him. Awesome, you kicked his helpless ass. Now finish off these elves in the name of the Wizard King. Конечно же, вот эту вот фигню я, короче, запиларю. Вот и все. Давор тут охрененный просто персонаж. Давайте-ка еще раз долбаню. Без потерь. Все. Kick their asses, new kid! I got your back! Ow! Jesus Christ! Thanks! Fight to the last man! Защищаем киску! You got this, douchebag! Die, asshole! Suck on this! What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass. Так, способности нельзя. Stop dicking around. Когда твое оружие начинает мигать? Come on, fight! Oh man, he was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like that. You need to try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wood. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. А, так это был прикол, типа. Sweet, now you can hit the guy in the back. Go for the pink mist. Come on! Ah, motherfucker! Douchebag, use your arrows. Take out the archer. Do what I say or you can't play anymore. Bitch, that's what you get for fucking with the Wizard King. Careful, douchebag. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Так, ну и что? Лук отстойности или способности? Конечно же, способности. Мне понравилось. Man, I could be watching TV right now. Минус один. Great job, вот это я понимаю. В общем, да, это круто. Вор, это круто. Правда, я пока что не привык к этому всему управлению. Оно очень казуально. И громкая музыка сраная. На, мочи. Опять два, и он же был там один. Okay, that guy has a shield. Shields are super weak. Just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly. Ладно, обычную атаку. Так. Ну. Баба. Hell yeah, that's how you do it. The other elf let his guard down. Now's your chance. Power attack his armor. Броня снижает урон, наносимый каждым попаданием. Против нее эффективны мощные атаки или способности. Ну.
И в чем прикол? If you don't hit this bitch as hard as you can, her armor's gonna soak up all the damage. If that was a power attack, it was the weakest power attack in the history of power attack. В смысле? Не, фигня. Одну отразил хотя бы. Фигня. А как мне его сильными атаками принять? А, просто надо было. Так как он дальнобойный, давайте его из лука. Жми левую кнопку мыши для обычной. Ну вот и все. Мощная атака, из лука бью. Да кем ты управляешь? Шлюшка. That was your one goddamn job, Clyde, to guard the stick of fucking truth. Clyde, you are hereby banished from space and time. What? No, you can't do that. Yeah, I can. You're banished and lost in time and space. Yeah, go home, Clyde. You fought bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, if you can make me a douchebag, I sure can fight. Shut up, Scott. Nobody cares what you do. Anyways, we have a bigger problem now. The stick of truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king. Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. Нифига себе, у него iPhone. Drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure Cartman, подари мне iPhone. Send my warriors here. У него сраный айфон. Посмотрим на способности. Так, что у нас здесь? Воскрешающий эликсир. Здесь у нас птичьи кости. Говно. Угу. Ухо эльфа. Так это, наверное, не... фантастики. Это скорее не фантастика. Ну да, фантастика, только не научная. Оттягивание пальца. А Филипп, по-моему, пердит. Лук отстойности. При отличном ударе. Это если не мощный удар делаешь, да? Эликсир силы. Неплохо. Эликсир маны такой есть. Так, и здесь у нас есть улучшение этого. А это что дает? Интересно. Покопаться в его вещах? Все-таки не все персонажи одинаковые. Просто я знаю, что и у мага, и у еврея там, короче, одинаковые вещи. О, гляньте. Тут эти кучки восстановились. Но у них ничего нет, похоже. Твика. Крейга, Токена. Неплохо. Кому бы мне пойти первым? А ты что у нас продаешь? Here's what we're selling today. О, let's продать. Ржавую трубу, еще что-то. Но я не знаю, нужно ли мне это.
Вот если будет много чего-то, у меня все равно нету. Продать оптом, прикольно. You name it, we'll sell it. Купить еврейский посох. Серповидный меч, это для Баттерса. Кинжал Криса. А у нас какой? Оружие на ремнях. Что за оружие на ремнях? Интересно. Вот это было бы можно взять, но нужен третий уровень. Фух, нашивки для костюмов. Вообще какие-то уровни бешеные. Похоже, игра действительно линейна. Купить. Снаряжение. Шлем Клайда. Фигня. У меня лучше, у меня специально для меня есть шлем. Молот Нуба. Интересно. Огненный меч. Сабля воина. Интересно, очень хорошо. Давайте-ка выйдем пока что. И посмотрим, что у нас тут. Я уже забыл просто. Конечно же, у нас лучше, по-моему. О, там это. Круть. Сколько тут игрушечный грузовик, сломанная стрела. Берем кучу этого говна. Давайте опять разобьем мусорный бак. Из него опять ничего не выпадет. Хочу Картману. О, он на своем троне восседает с принцессой. Принцесса это, по идее, его дочь. Ну, принцесса, она же дочь короля. А Картман король. Но он, естественно, ничего. У него вот орк есть. С членом. Которому он в рот сует что-то. Наверное. Кенни. А что, если я тебе немножко вперну? Меч не работает. На, король! На, король! Я бородатый, не знаю, кто там. Альтаирчи, как того там из Assassin's Creed. Я не играл в Assassin's Creed. И вообще, ворами я не помню. С Карими они мне, в принципе, понравились. Но как-то неинтересно. Больше, в принципе, лучником ворон круче играть. Ну и давайте выходить. Баттерс! Привет, Баттерс! С тобой можно поговорить? Опернуть тебя можно? Ой. Мочи, круши! Круши, ломай! Эликсир скорости, отлично. Is that Spanish? Это испанский! Девочка, ты же точно так же делаешь? Is that Spanish? Что это? Is that Spanish? Миссис Катман. Чтобы узнать, кто она такая, нужно на нее пёрнуть. Oh my. Ух ты. Ах ты шлюха. Блин, а можно что-то сделать с тобой? Вообще, с чем здесь что можно сделать? Действительно, магия очень удивительная.
Последняя игра, в которой была такая возможность. О, а чё только 4 президента? Или их всего и 4 там есть? По-моему, есть 4. Или же просто других не зафоткали. Так, а тут вообще можно повадить? М, это, я так понял, карта. Что это за вши такие плавают? Ну ясно, я понял. А увеличить ее нельзя или уменьшить? Клад. Гляньте, здесь какие-то клады есть на карте. Находки. А где добавки в друзья? Типа ты думаешь, что на всей земле не сыскать девица красивая меня? А, и короче, всем нравится. Это, короче, прикол заключается в том, что обычно такие тупые комментарии, все их лайкают. И... калькулятор с педобиром. Кстати, вот эти вот вещи, они разные при игре за каждого персонажа. Ну, я так думаю. И, скорее всего, я думаю правильно. А попкорн? Компакт-диск Вера плюс один деньги. Супер веселуха. Я хочу в парк супер веселуха. Ага, ну это неплохая штука. Кофе скорости. Особенно если у тебя дофига маны. Ну, очков силы, которые ты можешь потратить на какие-то супер атаки. Включая такие классические композиции, как «Я не вчера родился свыше», и «Иисус типа очень крут». Включает инструкцию да. Фигня какая-то. Игрушки. А! Это сраный мишка. Мне это напоминает, знаете, что Mass Effect. В Mass Effect там тоже можно было в каюте менять музыку. Блин. Нужно выключить. А то вдруг авторские права. Авторские права, бля. Так, и что это? А, эти вещи тоже каждый раз разные. По идее. А может и нет. Тюрьма, еще что-то. А, помню это, и это помню. Все, в общем-то, помню. Нет, не все, но... И, скорее всего, все из Южного парка. Так, сюда идти. Идем дальше. Иди в жопу. Я твой кактус шатал, понял? Пурпурная страсть. Кролик Роджер. А, вот это вот фигня для массирования клитора у дилда. А это вообще, то есть, двойной, типа, чтобы можно было сразу в обе дырки засовывать и трусы. Ну ладно, берем. О, мне нужны трусы? Ну ладно. Что такое лубрикат, я не понял. Ну вот это я вот понял, наркота какая-то. И еще розовый дилда. И Картман здесь. А я не знаю, Картман тоже одержим сексом, особенно анальным, как и его мамаша. Лучше бы они уже как-то, не знаю, инцестом занялись.
Парик, прямая стрижка, трубка для Крека. Кстати, вот парик, прямая стрижка, он напоминает мне, ну, не знаю, там, каких-то русских девиц. То есть, когда ты его надеваешь, ты становишься похожим на русскую девицу, какую-то Ольгу или Ленулечку. В общем-то, в понятии западных наших коллег. Лиловая краска. Дилдо-молочник. Антонио Бандерас. Блин, this так она дешевая, это Антонио Бандерас. Говоришь, колдовала? Я тоже могу колдовать, правда, не так экстравагантно, как мама. Не так, как мама Картмана, но тоже неплохо. Ну что, еще попробуем пердануть. Морские человечки. Это я даже не знаю, в Южном парке такое было или нет, но вот в этом, в Симпсонах, по-моему, было. Тампон из волос Чероки. Ну да, Чероки убили, волосы на тампоны пошли. Это, в принципе, печальная история о том, как, типа, индейцев всех перемочили. Ой, я не хочу в инвентарь. Идите в жопу. Вот сюда. Не успел. Да как же мне с такой скоростью нажимать? Я не знаю, может мне автонажиматель какой-то заделать? Никак не получается. Нет. Ладно, идите в попку. У некоторых получается, у некоторых нет. Потом всегда можем вернуться к унитазу и загадать желание. Ненавижу игры с такими жмаканьями. Впрочем, самая известная игра с такими жмаканьями — это Dota и какой-то там Batman. Две игры таких. Ну, это те, которые я знаю. Логично, что они самые известные. Раз, значит, я, который обычно не играет в такое, знает о них. Эти сволочи говорят по-английски, но при этом перебивают меня. У меня есть ключ. Серая краска, борода волшебника. Интересно, но мне больше нравится борода злого Картмана, чи как она тут называется. Зачем ты проверяешь свои трюки? Зачем мне их собирать? Что, тогда прилетят китайцы? И устроят нашествие китайцев? А через дорогу нельзя перейти? Нельзя. Тут какой-то рыжий чувак. О, тут есть у меня этот. Ключ. Инспектор Баттерс. Прикольно. А, это дом Баттерса. А это мама Баттерс. Really is a very sweet boy. I hope you'll treat him as you would a normal child. You'll like it here. The air is fresh, and there's always something to do to take your mind off things. Вот эти вот сволочи, они непонятно, что делают со своим сыном. То есть они постоянно над ним издеваются, и при этом, в общем-то, он какой-то глупый из-за этого, наверное. В общем, ублюдки. Откровенно говоря. Обычные тупые родители. Выключить. Она читает книгу, а телек включен. Блин.
Это слишком ужасно. У меня он не включался уже 100 лет. Какашка, которая пописала. Ну, по-моему, в одной серии было такое. Книга такая. Good for you. По-моему, ее даже Баттерс написал. Херню эту. You Facebook me right away if Butters does something he should be grounded for. Butters, I hope you're teaching this new kid how to be popular. I sure am, Dad. Butters, I hope you're teaching this new kid how to be popular. I sure am, Dad. Как быть популярным? О, лобковые волосы. Чьи, интересно. И нафиг они мне нужны? Да. Ладно, возьму. Это, наверное, первая игра, в которой можно взять лобковые волосы. Я думаю, она многим понравится. Испорченный томатный сок. Отлично, накормим Баттерса. А пожрать нельзя? Блин, нельзя обычные продукты взять. Ну, логично, дети, они жрут всякую ерунду, вроде там жвачек и другого дерьма. А можно разбить лампу? Я вор. Ну, зато я могу всех грабить безнаказанно, потому что я вор. Прикольно. Welcome to my room. Грим звезда, ненавижу это. Фотография изюминки. А кто такая изюминка? Это тоже из каких-то серий, но я уже не помню из каких. Диас де Монтекио. Каса Бонита. Да он любит путешествовать. Этот Баттерс. Жопперс. О, разбил мячик своим большим ножом. О, хомячок. Приспешники. Подбородковые яички. Интересно, а где у него это логово хаоса? The Poop? Ну вот это вот книга, кашка, которая... О, второй чин покамон. Вот это вот какашка, которая пописала, блин. Ну опять же, философия. Типа, что всякое дерьмо люди любят читать. Я, если честно, читал «Над пропастью воржи», но я только понял, что его... Не знаю, кто писал, но, в общем, там описывается жизнь обычного баклана. Мне не очень понравилось. Ну, так, интересно, в принципе, потому что я понял, как думают бакланы, но... Не так, чтобы прямо гениальная книга. Ну и да, эта книга называется на самом-то деле «Охотник воржи», а не «Над пропастью воржи». «Catcher in the Rye». Ой. Ну, удивительно, что я ее дочитал. Опять?! Ладно, я уже не пытаюсь. И в попку. Нужно тебе, наверное, побольше пожрать, чтобы потом выкакать ее. А что, там ничего нет? Окей. Жирная слизь Баттерса. Я затрудняюсь ответить, что то за жирная слизь. Какую гадость можно здесь таскать? Фетти Дуду. А, какая-то фигня. Да, про Картмана.
Скрути Макбукер Поуз. Бонусная карточка. Двойной. А, вот. Подбородковые яички. Примерил. Блин, как же отвратительно это выглядит. Фу. Не. Ну, вообще-то можно было бы надеть, но... А как в этом? Да как-то никак и не меняется. Ну нет, это парик шлюхи. А можно его... Уши этой фигурки кролика странно пахнут. Какие уши? Стоп. Что за хрень? Это ж фалоимитатор, блин. Дилда. Ты что? Кто описание писал? Кто пробует дилда на вкус? Ты идиот. Там какашки и всякое такое. На стикере надпись для использования. Не знаю. А, то есть для задницы, как бы. Он предлагает эту гадость пить. Испорченный томатный сок. Ладно, потом почитаем. Будет время, я, наверное, даже для этого серию выделю, чтобы почитать все эти охренительные описания. В общем, нужно помыться, наверное. В капюшоне. Но это то же самое, что секс в презервативе. И, конечно же, нужно оставить воду включенной. О, какой маленький Баттерс. Он совсем не изменился со своего детства. Баттерс — это что-то жопашник, или как оно переводится. О, опять обновлены. The Wizard King says I'm too ginger to be one of the humans, but Paladin Butters lets me be his squire on the sly. Paladins seek justice for all races. А у Баттерса неплохое понятие о паладинах. Но, впрочем, всем плевать, потому что то, какое понятие, и то, как на самом деле, это совершенно разные вещи. И кажется, вот так вот стрелять, буковка F. Не спрашивайте, откуда я это узнал. Надеюсь, я узнал еще много чего. Нельзя выстрелить. UPS. Почему здесь везде UPS написано? Это, наверное, какой-то прикол там тоже из сериала. Почему здесь ничего нету? Кто-то печет шоколадные коржики. А, да. Фразочки неплохие, в принципе. Так, ну я могу сюда войти. Парик, хвостики. Ну, в общем-то, девчачьих париков у меня дофига. Выключить телек нельзя, и включить его тоже нельзя, как ни странно. Oh, look, you've made friends! I'll be your friend too, sweetie. It'll make you look popular.
привилегии. Круто. You can't expect me to pat you on the back just because you've made a few friends. As soon as you have a lot of friends, then I'll be proud. Стоп. А, это мой дом. Стоп, мама. Мама добавилась в друзья. Дура, что ли? Это он на моей стене пишет. Как тебя забанить, сволочь? А чё это не пометилось? Ну, как бы всё. Неловко из-за Баттерса. Эх, отец своего собственного сына предает. А это что? Стоп. Что я взял? Ну ладно. А теперь открыть можно? Нет, нельзя. Посмотрим, что здесь изменилось. О, можно открыть, а я совсем забыл об этом. О, полосы под глазами. Круто. Давайте наденем, что ли? Лобковые волосы. На маминой зубной щетке. На зубной щетке чьей мамы? Вот в чем вопрос. А, ну, если мамы Картмана, то она, в общем-то, сосет. А если мамы нашего героя, то значит наша мама похожа на маму Картмана, и, в общем-то, ее уважать не надо. Зато теперь я еще круче выгляжу. Круче. О. Денежки. Денежки. У нас еще есть второй этаж, или же я там был уже? Я там уже был, 100%. А, ну да, я ж был без инвентаря. То есть я не мог ничего посмотреть. Ничего разбить. И т.д., и т.п. И главное, что т.п. Да, и это то место... Ага, еще одна бумажка. По-моему, этими бумажками можно плеваться. А еще... В общем-то, я сейчас попытаюсь сам сделать, в общем-то, какашку. И потом я включу опять запись. Потому что это вызов. Это надо сделать. Я пройду через это. Есть, я сделаю это. Я дрочил кнопки где-то, не знаю, минут 7. Ну, просто у меня ж нет возможности особо так рендерить видео. Ну и, в общем-то, я даже не заглядывал. Ура! Блин. Выглядит действительно как мистер Хэнки какой-то. А что с ней можно сделать? А, можно бросаться во врагов. Блин, так это читерская штука. Но она читерская, если бы ее было легко добыть. Но ее ни хрена не легко добыть. Я бы себе начитерил какашек. Надежное сцепление и сокращает риск ректального насилия. О, это крутая штука, блин, в тюрьме такой цены бы не было. Уронил мыло, пошли ебаться. Закручивает и откручивает шурупы, ну логично. Ни хрена не весело, он никогда не был весел. Особенно если ты им болеешь, ну... Если они считают, что весело, возможно, школьникам весело. По нынешним, ну да, смятая бумага. Да,
Кстати, волосы Чероки, они там в косички их заплетали. И может, до сих пор заплетают. Лексус. А я не помню, тоже какая-то серия была с ней. Флешки, гигабайты фотографий котов. Блин, достали уже с этими котами. Хотя морские обезьяны могут... Ну да. На имя какого-то Кейки. Блин, ты бы еще крека нанюхался. Телефон для розыгрышей. В смысле? А, ясно. Тоже серия была. Все серии до серии. Ну ладно, высрали какашку, на этом я доволен. Чувак высрался. Go look around the neighborhood. Пойду осмотрю окрестности. Ваш сын, блин, с какими-то... придурками связался. Вам пофигу. Он выглядит, не знаю, как смесь Рэмбо, Альтаира и еще кого-то, Чака Норриса. И вам все равно пофигу. Вот родители похуисты. Ой. Да, впрочем, в этой игре можно материться. Это же Южный парк. А графончик-то не говно. Так, как там F? Почему это я не могу разбить? О боже. Целая карета сейчас приедет. Тимми! Я не хочу никуда идти. Так, карта, нам нужно сюда. И сюда. А где третий? Стоп, а где мы? Я здесь. Остановка только здесь есть. Ну зачем мне ее использовать? О, там еще что-то. То есть, возможно, здесь даже не одна такая карта. Я надеюсь, что она не одна. Есть еще ведь за Южным парком разные места. В общем, по прямой идем. Такой план. Эх, это, конечно, папаша бесит, что ему не Вока за Паттерса. А, блин, а я хотел разбить. Ну ладно. These lands hold many dangers, new kid. Yeah, you moved to the wrong realm. Nice hair, douchebag. You're mine now. Asshole! You want some of this? А почему я не успеваю? Я